Всем привет, кто по ту сторону экрана. И сегодня мы будем играть в как достать соседа, да. Сегодня пришло время поиграть вот в такую вот игру. Игра очень популярна, ее много кто знает. Эй. Так. Много кто не знает, но сегодня я буду играть версию именно на GameCube приставке, точнее на эмуляторе. Потому что она покруче, чем на ПК, и интереснее, посложнее. Значит, здесь даже профиль можно сделать. Значит, настроечка у нас что? Звук. Музыку сделаем потише немного. Так, так пойдет. Эффекты пусть будут. Вот так сделаем. Контроллер. Игра сама и так далее. Здравствуйте, у нас ролики, титры и так далее, интро. Вот так вот выбирая, можно это, издеваться вот так над соседом, который стоит слева. Тут есть 4 режима, стандартный, классический, свободный и невозможный. Мы выберем стандартный. Эти режимы, это просто сложность увеличена и все. То есть там одна жизнь вместо трех или еще что-то там, построить цепочку надо и так далее. В общем, в принципе, ничего тут интересного. Я выберу стандартный. Да, эмулятор лагает, поэтому у меня компьютер не сильно мощный, поэтому иногда будет лагать. Ну ладно, давайте выберем первый эпизод. Пинг. Это возбуждение, что ли, или как там, блин, я забыл. Добро пожаловать в как достать соседа. Вуди, короче, пытается отомстить соседу. Русского языка в игре нет. Есть, зато есть такие вот ролики, интро. Короче, наш главный герой отдыхал. Сосед ему всячески мешал спокойно жить. Я тоже так делаю иногда. В школе. Hello, how you doing? Hey! Короче, позвонил через стол. Сейчас будет
телешоу «Как достать соседа». Хорошо. Так, первый уровень запускаем. Загружается. Да, лагать будет, когда у меня будет... когда у меня будет хорошо забит инвентарь, тогда будет лагать, когда я именно инвентарь открываю. А так, в принципе, не лагает. Так, в принципе, нормально. Когда убираешь уровень, лагает. Так. Первая серия. Так. Так, стрелочками управляем. Пикап, господи. Так, тут всякие предметы. Так, выйти нельзя. Тут везде двери позакрыты. Телефон, шкаф разобранный. Сейчас, правда, нельзя. Так, идем в ванну. Так, регулируется камера. Тут сосед ключ пытается подобрать к двери. Короче, он сейчас будет открывать двери. А мы пока пойдем возьмем. Так, на L и R листается инвентарь. Может быть, качество здесь не такое приятное, как на... Не такое красивое, как на компе, но достаточно хорошее. Сама игра вышла в 2003 году на компьютеры. Меня в 2003... Я не мог поиграть ее в 2003 году, потому что меня тогда еще не было. Игрушка старенькая. Консольная версия вышла в 2005. Еще для портативки она вышла в 2009. Ну, именно, правда, вторая часть только. Так, положим-ка мы на кресло пердилочку. Посмотрим, как он перданет. И аккуратненько замотаем антенну. Достаточно удобно, достаточно уютная гостиная, а на телефончик положим утюг, если, конечно, сосед не слепой. И клеем намажем бинокль, и, в принципе, все готово. Обучение, правда, бесит. Так, заработали первую монетку. Здесь у нас 3 жизни, время и счетчик злости. Да, ну, я постараюсь все на золотую звезду проходить. На перфект проходить. Так. Ну, мы можем опять положить подушку туда и замотать антенну снова, разумеется. Господи, хоть бы внимательнее смотрел. А чё, больно? Я обжигался утюгом сам. Всякие неприличные вещи разглядывает. Так, ну, в принципе, мы прошли первый уровень. Еще в этом месте тормозит, поэтому... Короче, 27 тысяч очков мы набрали за этот уровень. Да, блин... Бесит эта надпись. Итак. Сохранить. Да, сохраняем. Нам это понадобится. О, бесит, когда так лагает. Причем еще сильнее. Так, день рождения соседа. Сосед отмечает день рождения наедине. Опять Вуди ему сделает небольшой подарок. Да, вот никакой. Несколько подарков мы сейчас сделаем, и будет шуметь и смеяться. Собака представляет.
Так, вот в этой, вот на этом уровне надо очень быстро и аккуратно действовать. Прямо сейчас надо залезть в шкаф. Камеры, правда, управлять неудобно. Так, здесь улицу, вот, кстати, видно, в отличие от оригинала. И часть дома, там окна вот видно, и землю. Фу, да. Так, пока он там ходит, мы проберемся на кухню. Я не буду терять жизни, потому что если я потеряю хотя бы одну жизнь, я на перфект уже не пройду. Я пройду, конечно, если я потеряю все жизни, то... Если я потеряю все жизни, то я проиграю. Так. Давай, иди снова к почтовому ящику. Так, мы засунем все туда петарду, яйцо, микроволновку. Бабах. Плохо, походу, ты одеколоном побрызгался, сосед. А пока он там ходит, мы засунем сюда мышеловку. Так, давай, иди, сосед. Это мне надо выбираться из шкафа. Да. Ну извини, я хотел погреть яйцо, а получилась вот такая вот хрень. Осторожнее поджигай такие свечи, а то может случиться что-то плохое, вроде бы папаха. Так, мне надо пакость построить, успеть, пока он там нервничает. Игра набрала популярность именно в нашей стране. А вот в стране, где где же были разработчики этой игры, там игра не была настолько популярной, и поэтому выпуск третьей части отклонился. Ее выпустили наши разработчики, которые просто все испортили. Может быть, мы и на них тоже взглянем, но я не думаю, что кто-то захочет смотреть такое. Мне очень радует, что в консольной версии все уровни из первой и второй части сложили, совместили, перемешали друг с другом. Это очень здорово, я просто обожаю такие игры. То есть сейчас я вот покажу. Так, сохраняем. Сейчас опять залагает. Вот тут уровень из первой части, вот уровень из второй части. Ну давайте еще парочку пройдем уровней. Или три еще пройдем, я не знаю, сколько надо пройти. Так, он вниз спускаться по основному не будет, поэтому нам это сейчас не будет мешать. Короче, я тут сосед сделал себе, испек, короче, себе пирог. Я описание, наверное, читать не буду, я буду это забывать, наверное. Ну и жалко, что в игре нет русского языка в этой. Поэтому все придется по-английски. Но, в принципе, пофиг, я эту игру уже проходил.
до конца консольную версию. Все 26 уровней. Так, пока он там пьет пивко, мы заглянем на кухню. Так, тут больше ничего нету. И тут радует еще то, что пакости одни и те же не повторяются практически. В первой части, в каждой серии первого сезона надо было. Ой, блин. Надо было в микроволновку яйцо засовывать. И туалет забивать почти что в каждой серии первого сезона. Так, пока ты там что-то делаешь, я тебе засуну в микроволновку фольгу. Подменю взбитые сливки на пену для бритья. Интересно, понравится ли тебе вкус пены? Так, а я пока засуну слабительное в пиво. Так, о, микроволновка сломалась. Сосед мастер на все руки, он починил ее быстро, прямо за 3 секунды. Давай попробуй вкусной пены. Гадость. Кстати, еще что мне понравилось в этой игре, это то, что здесь побольше реалистичности добавили. Ну то есть некоторые вещи тают там со временем, неактивны, там пакости стать могут, могут растаять там, там крем растаять может, или мед там какой-нибудь на солнце. Обосрался. Ой, фу, говно. Очень легкий уровень достаточно. Вкусно пирога съел, пивко попил и в туалет сходил. Замечательно. Ну, наверное, еще пару уровней пойдем. А, лагает. 30 тысяч очков набрали. Это неплохо. Да господи, сейчас. Кошка, кошка орёт, блин. Сохраняем. Так, пиано. Сосед Ротвейлер любит смотреть футбол по телеку, но не любит, когда детишки к нему закидывают мяч в окно, когда тот играет на пианино. Господи, эта надпись раздражает. Ну, давайте еще пройдем там пару уровней. Заметьте, что произошло. Что за фигня произошла непонятная? У соседа исчезло в гостиной одно окно правое. Куда оно исчезло, непонятно. Некоторые вещи потеряли реалистичность все-таки. Но большая часть все-таки получили. Здесь надо порыться как следует. Вот такая вот у нас мини-игра. Нет, так, нет.
Вуди. У нас будет Вуди. С чего бы начать, интересно? Мы, наверное, начнем с пианино. Инвентарь пока не лагает. Так, нарисуем здесь немного музыки побольше, чтобы классную песню рок-н-ролл нам сыграл, музыку, рок-музыку сыграл нам, чтобы... Посмотрим, как быстро отреагировал. Боже, ну и язык-то. Что это за язык? Так. Давай сыграй нам что-нибудь прикольное. Готовим мяч. И все, валим скорее отсюда. Хорошо. Так, я засуну сюда сырку. Так, поскользнулся, палец себе немного подшип и швырнул мячик обратно. И только мяч почему-то не вылетел в окно. Давай, иди понюхай цветок, который теперь пахнет пухлым сыром. Заметьте, мячик вылетел в это окно теперь. Мяч для боулинга. Фу, как воняет. А почему ты не бежишь в туалет? Да, мы прошли на золотую звезду. Ну и давайте последний уровень и закончим на этом. Что-то сосед мне ничего не делает. Опять лагает. Блин, я не посмотрел, сколько я очков набрал, ну и пофигу. Так, сохраняем. Ну и последний уровень на сегодня закончим. Короче, соседу надо теперь помыться и... спокойненько там пудинг там приготовить, еще что-то почитать, что-то конфет поесть и так далее. Да, и в отличие от оригинала здесь даже есть ночь. Ночь довольно неплохо смотрится, потому что цвета здесь даже поменялись в самом доме. Лучше свалить отсюда, а то нам конец будет сейчас. Здесь у нас собачка. Здесь надо аккуратненько прокрадываться на цыпочках. Я даже не знаю, с чего надо начинать. С какой пакости начать? Смотрите, опять правое окно появилось в гостиной. Что за бред непонятный? Так, что у нас здесь? Клей. Мусорку. Лосьон старый. Волосин. Все, отмылся. Красавчик. Так, идем. Так.
кто здесь будет-то? А, знаю, кто будет, сосед. Так, у него тут полочка появилась. Очень красиво смотрится. Так, все, готово. Здесь мы все сделали, да. Если мы пройдем не на цыпочках, то индикатор, если дойдет собаке, она проснется и залает, и сосед будет обыскивать дом, чтобы проверить, все ли в порядке. Прочитай альбом, который тебе будет не так уж и легко открыть. Волосен. О, господи, волосен. Обмазался. Так, все готово. В ванной все готово. И теперь скорее уходим в шкаф и наблюдаем. Так, у нас как раз, я думаю, останется время. 30 минут записываем. Давай искупайся в обалденной ванне. Непонятно, это мутаген что ли какой-то, который волосины дает. Ой, фу, ой, как больно вырываться-то. Полотенце-то грязное, блин. Отлично. Вообще замечательно просто. Просто отлично. Опять я не посмотрел, сколько я набрал очков, ну и пофиг. Ладно, на этом, наверное, закончим. Как раз я очень долго записываю, 30 минут. Сохраняем. Вот как раз открылись новые уровни. Ну ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я не настаиваю. Всем пока.